6000 кубических метров каждые сутки. Именно столько снега вывозят с городских улиц на полигон в Йошкар-Оле. Работа идет в две смены. Приходится нанимать и дополнительную технику. О том, насколько успешно коммунальщики борются с сугробами на городских улицах, в нашем сюжете. Нынешняя зима выдалась по-настоящему снежной и морозной. Это, естественно, существенно добавило работы коммунальщикам. На снежной свалке в столице работа кипит круглосуточно. Данные статистики говорят, что коммунальщики идут на рекорд. С улиц города уже вывезли 165 тысяч кубометров снега. Наибольший показатель равнялся 180 тысячам. Все это итоги работы муниципального предприятия «Город». Если добавить сюда еще и управляющие компании, которые вывозят снег самостоятельно, то цифры получаются еще более внушительные. Работы продолжаются. С начала зимы в настоящее время работы усилены, то есть кроме техники организации привлекаем еще стороннюю технику, погрузчики, самосвальную технику сторонних организаций для вывоза снежных масс с улиц города. Работа организована круглосуточно, на полигоне работают бульдозера, экскаваторы, также наемная техника, два бульдозера, два экскаватора. В связи с тем, что техника работает в авральном режиме круглосуточно, естественно, происходят поломки. Поломки пытаемся устранять в полевых условиях и сразу же на месте. Глубина снежных залежей впечатляет. Более десятка метров. Буквально каждые 5 минут грузовики привозят новую порцию даров природы. Учитывая обильные снегопады этой зимы и достаточно низкие температуры, быстро справиться с огромным количеством снежных масс не удастся. В ближайшие недели 2-3 еще будем возить в любом случае, чтобы происходило меньше подтопления. Разрушалось асфальтобетонное покрытие. Работу стараемся производить в основном в ночное время, где у нас работает и сторонняя техника. Только ночью мы привлекаем порядка 4 погрузчиков, порядка 20 самосвалов, не считая своих. Каждые сутки с городских улиц вывозят около 6 тысяч кубических метров снега. Городские власти вместе с управляющими компаниями сейчас прилагают максимум усилий, чтобы избежать масштабного весеннего половодья. Жителям столицы придется примириться с некоторыми неудобствами на дорогах в связи с уборкой и обязательно освобождать от припаркованных машин дворы и придомовые территории.